Человек, получается, кроме нас еще кто-то есть. Что-то тоже вряд ли сейчас. Ай, не увидел. Да, это что-то наподобие, не то чтобы поселение, ну как стратегия с возможностью прокрутки времени. Если в Banished играли или что-то подобное, то это вот она. Ты, получается, развиваешься, переходишь из эпохи в эпоху. Грубо говоря, сейчас покажу. Вот они есть. До Железного века можно дойти. Периодически отбиваешься от нападавших. Но они появляются не сразу, а там, по-моему, с неолита, с этой эпохи. Какой вот в эту, в Banished? Ой, в Dawn of Man? Да. Я просто давно не заходил, там вышло у них обновление, мне вот интересно, что появилось. А еще тут есть мастерская небольшая. Я вот выбрал оттуда режим. Вот сейчас пока разбираюсь, что я вообще такое взял. Потому что мне непривычно такая огромная карта здесь. Прям пипец какая огромная. И карта нет. Ориентир. Но из основных изменений, которые добавились, это, ну, оно было, по крайней мере, еще до этого, это возможность ворота нормально размещать, там, собирать войска в определенных положениях, ну, вот, не только у ворот, там, у стен. И еще, по-моему, они добавили то ли мед, то ли молоко с сыром, я подзабыл, надо сейчас поднайти будет. Но это достаточно, да, достаточно интересно, если вот играть периодами заходишь, посмотрел все, что интересно, прокачал горы, построил, там, мастерин заполучил и вышел. Вот я еще жду, чтобы она делала что-нибудь такое интересненькое понаделали. Потому что-то какую-то странную карту выбрал. Поселение какое-то албанское. Ух ты, ё-моё. Вот это что такое? Это что за переселение животных? Жрать, гаси. Гаси, люблю. Рыбы у нас достаточно, да? Ок. Хрена, куда все животные попёрли? Это что за... Забирай, не хочу. Нас лишним не бывает, потом будут проблемы с этим. Все, все косите. Разберемся. Зоопарк приперся. Капец. Ну, это я, можно же выбрать было, типа, они не появились, они это уже с домами, просто мне не нравится, как у них дома располагаются, поэтому я хочу сделать свою. То, как мы появляемся в каких-то ебенях непонятных. Короче, не нравятся мне эти варианты с картами пока. Блять. Блять. Что это? Что это? Куда я попал? Что за, блядь, острова? Я согласен, если бы тут корабли были, можно строить или еще что-то. Мне кажется, даже длины моста надо тут сделано, типа из с острова на остров идти. Что это за пиздец? Действительно, слов других нет. Если этот твич не батит, что ты теряешься? Нет, это тоже говно какое-то. Да, если бы тут хотя бы плоты были. Блин, я вот говорю, это вот глюк какой-то, что ли? Даже элементарно палок нет. Или это я просто перестал замечать со временем. А, во! Вот, я же говорю, не появляется сразу. Ну ладно, попробуем здесь строиться. Что нет? Карта опять огромная. А карта хотя бы есть? Раньше, по-моему, можно было... Я почему и удивился, можно было карту добавлять. Ищи скорость, защита, скорость. Вообще непривычно все дело как-то по-другому снимаем. Вот здесь. Ресурсы по группам, оборудование, защита.
Скорость изменения. Ну, значит, теперь карт нет. Или раньше она была. Так, давай начнем строить. Что у нас тут получится? Все. Все, да? А, график. Ресурсы. Нет, ресурсы. Нормально. Усилий кто-то пострадал, нет? Здесь будут все? Нормально. Давай. Один. Надувай у нас есть что-то. Производство сушилка для шкур. Убило. Деревянный гарпун у нас есть, да, если что. А, надо... А, это у нас все, что из ресурсов, понятно. О, кстати, грушу собирайте. Жратва рядом есть. Давай, давай, долетай. Как это пошло? В смысле, в цимбуках атакует? А, сигарет. Кремния нет, да? Ну, кремния нам пока особо не нужен. Давай, убирайся. Так. Да, вот это в приоритете. Загрузка 220, что-то я, наверное, слишком много от них хочу. Ничего. Пусть делают. Наверное, даже еще одну эту хрень сделаю. Сушилку для шкур. Все, все собрали. Нет. Потому что несколько некуда складировать, конечно. А тут одно время начал будет строить такими полукруглыми крепостями, ну, типа, да, как викингов. И достаточно удобно по такому принципу строить себе. То есть, грубо говоря, там 8-9 домов, склад. И там два места производства, и все вокруг стены окружаешь. Таких вот рядом стыкаешь, ставишь. Либо ну, круглыми, либо квадратами, как это получается делать. По крайней мере, защищать удобно, чем вокруг всей базы, пока ты огромную эту построишь. Давайте камень тащите сюда. Может, костер еще сделать. Ура! Первый дом! Не больше не бомжи. Нет, еще бомжи. Трансляция сильно тормозит или нормально она идет? А то я так иногда смотрю, кажется, что как будто она это подвисает. Или мне кажется. А, блин, мне рыбу притащили, а рыбу негде хранить, да. Шкура, походу, закончилась, я так понимаю. Рядом никого особо нет. Ну, вперед тогда, вот для этого. Где нам еще мясо добывать? Ну, они стали, по крайней мере, вот нормально объединяться в группы. О, замечательно. Осень, да, наступила? Ни шкуры, ни хрена нет. Нет, даже одежды, да, нет? А, кстати, сушилка же для рыбы есть. Надо открывать. Нет. Еще на животное. Поблизости целое ни хрена. Так, вот здесь вот. Да, не густо.
Сейчас зима начнется, мне. Короче, я сейчас чувствую. Как так они даже без одежды начинают? За прикол. Сейчас не будет от этого. Одежда, блин. Хотя может даже успеем. Крупного добануть. Ты живой? Нет, живой. Костер появился замечательно. Там камень. Установим. Ограничение. Копья даже больше на продажу. Ножи 100%. 85%. Лучше. А, ну вот, да, кстати, вот он сыр добавился, и его возможность продавать. Так, это можно вот так вот сделать. И вот доспехи. Одежду сделали. Нет, ну я по привычке осматриваю карту, да, что вообще есть рядом, чтобы понять это. Что где добывать, и что-то палки нашел, но их как-то это не густо пока. Ну и животных, что-то животных рядом маловато. Скажи, запись сильно тормозит или нормально она идет? Давайте палки тащить сюда. Да, кстати. А тут всего лишь какая-то рыбеха. О, блин, вот когда они плавают, вот тогда их надо... О, блин, а это гены, ё-моё. Куда эти дебилы уперли? Забей на них. Забейте на них. Там гиены приперлись, блядь, к нам. А, не мимо. Нет, не мимо. Скорее всего.
Мимо? Ну ладно. Огонь тревоги. Бегают, их типа приручаешь. Ну что там по их пока? Вот. Рядом. Наверное, появится скоро, надеюсь. Что-то львов вижу. Обидно будет, если я просто очки потратил. Что? Ну, топоры поберите, чтобы вырубать все это говно. О, нашли же ресурсы для дрова. Ну, все-таки палка, да, наверное. Кости продавать. Значит, пока копию делать. Что у нас? Палки. 6 копий. Ну да, 6 взрослых. Так, надо дом строить. Что нам тут это? Тут и седые шпили, видели как? Так, не тушки. Почему там долго начало? Раньше гиены, когда только они появились, говорю, было какое-то из обновлений. Они капец как быстро нападали. Не успеваешь отстроиться, у тебя уже эти козлы будут труп. И это. Они даже потом. Ну да, ну блин, я поэтому на львов особо не выпендриваюсь. Ну, кроме старых. Старых самок, кто там видел, сам у них это было мало. Можно было, я думаю, вдвоем со старым львом, наверное, можно справиться. Наверное, ну, хотя, наверное, проблематично, конечно, но реально. Интересно, у нас щенок появился, да, это понимаю, да. Можно ускорить процесс, чтобы не все это хлябное мясо притащили сюда. Ну, кстати, сколько там? Бегать с баркунета. А, у нас их очень не сделано, да? Давай сделаем 10 штук сразу. 3, 6, 8, 9, 10. Что, палки еще не закончились? Что у меня по населению? У меня получается... О, взрослые женского пола. Вот что они делают. Беременные показывают. Круто. Дети женского пола. Нет, у меня один ребенок. Бомжи. Фрукты испортились. Зажрались, блин. Фрукты у них портятся. Да, да. О, смотри, какая вот, не знаю, долбануть его. Нет, не вариант, наверное, сейчас вот долбить. Сейчас даже выходит наподобие вот этой игры еще одна, тоже про древнее поселение, как типа симулятора. Но там графика немножко подосыщена. Она пока еще в альфа-версии. Не помню название, тоже себе добавляла в избранное. Вот недавно увидел ее. Стоит тоже порядка 400 или 500 рублей, по-моему. Вот я потом, может быть, ее возьму на перспективу. Но она вообще еще сырая. Прям сырая-сырая. У них свой движок, как они говорят.
Она очень похожа на Dawn of Man, но типа по графике и по возможностям она будет там намного больше всего. Посмотрим. Я думаю, я ее попозже возьму и потом попробую тоже постримить, посмотреть вообще, что это за игра. Что с ней делать, как есть. О! На мне пришли двое. И еще два бобра у нас. Блин, домики. Деревья мешают. Когда у нас там уже наберется-то? Вот топоры. О, рыба торгуется. Интересно. Чем порадовать? Бревна можно взять. Особо-то такого ничего большого. Все не скопья. А вот его опять. Ну, наверное, можно сейчас клей забирать. Чем тут хранится пока. Ценность у него оценка высокая. 20 очков. Но... Ой, что я. Перебор. Ну, скоро будет. Что у нас лично-то есть. Чем можно, как говорится. О, отлично. Значит, по-моему... А, ну, в браузере. Надо поглядеть. Блин, я вот не всегда сказал, что игры в браузере это... Сейчас на такой себе. Мне сразу ассоциация с какой-нибудь там веселой фермой. Каким-то там аквариумом или еще чего-нибудь. Что там, ничего такого серьезного не может быть в таких играх. Там что-то вы это делаете, нет? Нет, у меня новый дома начну делать. Сделать из костей, это не обработка костей, да, блин? Кремниевый даже что-то, да? Обработка камня. Топор сделать, это значит нормально. Обработка камня для топора не нужна. А вот для ножа? Блин, надо будет тогда потом поглядеть, не забыть главное. Wild Terra, да, значит. Не забыть. Так, у нас первый топор появится. У нас еще весна пока, да? О, наконец-то. Начали рубить. Немножко палку собрали. Вера появилась так. О. Надо пока это там фруктов немного собрать. Чтобы даже очки получить еще. И собирайте вместе. Для троих еще есть место.
В смысле ничего не делаешь? Ну, по идее. Ничего не делать. О, опять. Что-то часто не нападать стали. Ну-ка, группа. А, блин, ухера себе, но уже здесь. Хорошо. Забор, а я до забора еще не дорос. Забора только в неолите. До него еще. Да, до него еще да. Да и народу, блин. Не густо. Как раз уже закруглять это будем. Трик, трик, трик. И одно поселение готово. Достаточно не такая веселая игрушка, но она, правда, тоже реально требует. Она как выживалка среди зомби. Среди мира зомби. Чпоньк. Мы сюда не перейдем, пока не эпоха мезолита не наступит. Но пока и не надо. Давай там где-то торговец. Опа, хрена себе. Что-то я даже не спалил его. Вот это, блин, что-то не стали. Часто на меня нападать будет. Козлы. Блин, дерево у меня столько, капец. Сейчас бы точно на забор бы потратить. Ну хрен там. Что мы такое еще очень можно построить? Ничего там. Веру еще поставить. Пусть молится. Не размешает. Сколько там, кстати, нужно сушилки для шкур, уже все сделали. Сушилка для пищи одна, да. Что-то скучно. Окей, костяное копье. Давай, делаем костяное копье. Реально копье уже подготовлено. На продажу. Три топора есть. Давай, там еще топоров. Ножи у них, я как понимаю, есть у всех. Да. Тюнки не могу дать. Хотят. Чего мне вот доски, не знаю, бревна в палки нельзя переделать? Лесопилки, кстати, вот могли бы сюда добавить, чтобы вот так уж они угольные-то эти всякие штуки не добавили, чтобы уголь производить. Сберем. Что там, допустим, лесопилку не добавить? Было достаточно интересно. Те же бревна палки сверкает. Я чувствую, сейчас кого-нибудь у меня по-любому там болят. Бывает обычно. Я ж очень везучий. Опа. Идти у нас. Давай, Дера, быстрее там идти производить. Идти. О, да, бери мне все. Дети женского пола, дети мужского пола. Отлично. Кстати, ну что, пока что нам?
Ну, надеюсь, надо еще рифт. Раз. Что где-то рядом. Уж, наверное. Два. Три. Все. Орехом минимум сделали. Вот этим тотемом. О! Пять штук надо их. Ускорим процесс. Какой-то мочки, не будем куда переходить. Кабан! Куда бежишь? Сука, обратно бежит. Просто муки. А, вот что надо тут было понять. Надо этих древних всяких мамонтов, бизонов погасить. За это очки неплохие получаются. Вот, пещерного медведя убить, волка там, северного оленя, но оленит потом появится. Пещерный лев, гиену убили. Вот, мамонта, из два знания. Носорог, бизон нет, вот их очки прям смотрятся.